какое сопротивление заземления нужно для нормальной работы УЗИП? Сколько Ом? The first question will be for myself, and I'll ask what grounding resistance is needed for the normal work of ESPD, measured in ohms. In fact, как я говорил уже в видео, не существует значимого параметра сопротивления заземления. On any existing technical documents, international guides, в существующих документах существует запрос сопоставления эффективности и сопротивления заземлению. Что важно в этом случае, это способ соединения УЗИПа с системой уравнивания потенциалов. А как они будут соединены с этой системой уравнивания потенциалов, то есть с внутренней системой, как УЗИ будет с ней соединен, не имеет значения. И в омах значения могут быть любые 1 Ом, 10 Ом, 20 Ом.